День добрых дел. Владик – шустрый и неугомонный мальчишка. Мама не всегда успевает догнать его, и тогда домашней кошке приходится спасаться бегством от маленького любопытного хозяина. Владик – долгожданный сын, третий малыш в семье. Он родился на 6 недель раньше срока и сразу попал в реанимацию. Лишь в 3 месяца у Владика обнаружили редкое нарушение строения хромосом, настолько редкое, что во всем мире нет ни одного человека с такой болезнью. У нее даже нет своего названия. Обычно дети с такими изменениями в геноме не рождаются. Они умирают еще в животе у мамы. Владик – уникальное исключение из этого грустного правила. И его мама очень этому рада. Ведь не важно, как устроены гены у ребенка. Главное, что он есть. Конечно, Владик отличается от своих сверстников. В свои 4 года он не говорит. У него есть нарушение зрения и слуха. Но мама убеждена, он замечательный ребенок, ласковый и смышленый. Владик любит гулять и на улице улыбается всем прохожим, провожает взглядом и машет рукой. И многие улыбаются ему в ответ, ведь грустной осенью теплые улыбки так согревают. Еще он любит разглядывать картинки в книжках, причем не в маленьких, а обязательно в больших и толстых, как энциклопедии. Как все дети, любит мультики и еще передачи о животных на Animal Planet. А по выходным они с папой и старшей сестрой устраивают во дворе футбольные бои. Папа с Владиком на одних воротах, а сестра на других. Конечно, Владик забивает больше всех голов, потому что его сестра понимает, Владику очень важно хотя бы в чем-то уже сейчас быть победителем. И тогда он сможет вырасти и преодолеть все преграды, какими бы непреодолимыми они ни казались. Чтобы добиться таких успехов, с Владиком необходимо много заниматься. Раз в неделю мама и папа приводят его на занятия в Центр поддержки семьи с детьми с особенностями развития «Дорогу и добра». Но без нашей помощи Владику и другим ребятам, которые приходят вместе с ней на занятия в Центр, не справиться. Чтобы Центр продолжал работу, в год нужно 3 миллиона рублей. Давайте вместе соберем 10-ю часть необходимой суммы – 300 тысяч. Рублей. И тогда особые ребята смогут расти и развиваться наравне со сверстниками, ходить в детский сад и школу, радовать родителей и педагогов своими маленькими, но такими важными успехами. Отправьте смс на номер 3443 с текстом «Ребята» и через пробел сумма пожертвования цифрами. Например, «Ребята 100» и обязательно не забудьте подтвердить платеж в ответном смс. 3443. Сервис доступен для операторов МТС, Мегафон, Билайн. Вместе мы изменим жизнь особых детей к лучшему.